Всем привет, с вами снова Максович, и мы продолжаем проходить Half-Life 2, эпизод 2. Ну что, мы остановились на второй главе, Кольцо Ворта. Эта глава должна быть подлиннее, чем первая, насколько я помню. Ну, в общем, посмотрим. Как говорится, время покажет. Шекли! Смотри, львы! Идиот! Это же Гордон Фримен! Вортигон говорил, что он скоро появится! Доктор Фримен, Алекс Вайнс там. Ворт пытается привести ее в чувство. Фримен, вот это славно. Дух Алекс Вайнс едва держится в теле. Мои соплеменники уже близко. Смотри, чтобы нам никто не мешал. Ага, и кстати... Фримен, раз уж ты здесь, помоги нам. Давай я тебе покажу, как работают датчики приближения льва. Если надо, там есть немного припасов. Патроны и аптечки. Датчик включится, если в тоннеле появится лев. Чем больше сигналов, тем больше львов. Если тоннель светится, как новогодняя елка, мы просто и понятно, а, док? Эй, док, Ты ведь не привел за собой хвост, а? Не слушай его, док. Мы на взводе из-за муравьиных львов. Ворд сказал, мы достаточно далеко от гнезда, чтобы они нас не услышали. Главное, не причинять вреда их личинкам. Но мне что-то не хочется проверять эту теорию. У нас остались всего два пулемета. И те держатся на клейкой ленте и честном слове. С ними, конечно, чувствуешь себя спокойно, но расслабляться не стоит. Эй, Грикс, покажи доктору Фримену, где мы держим медикаменты. А, да. Вон там, где сейчас Ворд. Бинты, аптечки и все такое. Начинается. Один сигнал. Идем. Надо защитить Ворда. Да капец, вообще все диалоги порезали. Я не знаю, что за фигня. Ну, они тут, в принципе, сами справятся. Давайте-ка сразу второй поставим. Вон туда. Реально, с диалогами прям беда какая-то. Почему до сих пор это не пофиксили, мне остается непонятным. Я не знаю. Давайте-ка пока хоть мины, что ли, расставим. О, и подлечимся. Так, здесь у нас есть... что у нас есть? Аптечки. О. Если нужна пушка, внизу есть лишнее. Да что ж такое-то? Сюда, Шекли! Мы на провале! Его пока не лезут из одного тоннеля. Доктор Фримен, на тебя пулеметы. Понял. Так. Я не знаю, я всегда обычно так же расставлял пулеметы по каждым шахтам. Теоретически можно их поставить вообще здесь и сидеть здесь. Чёртовы твари! То есть, чтобы не приходилось бегать по всем шахтам, да? А засесть прямо здесь. Не знаю, я это не проверял. Можно, в принципе, попробовать. Как вариант. Хотя вот эти будут все равно здесь. Около каждой шахты. Так что... Давайте-ка я лучше пока мины пораставляю. Вот. Польза больше будет. Да, он говорит, без меня здесь было гораздо спокойней. Ну уж, вот как-то так. Так, забираем. Я, если честно, не помню, где появится сейчас. Достижение новое открыто, прикольно. Ну, в принципе, они справятся, я думаю. Даже им помогать не обязательно. Так, что у нас с патронами? Дробовичок, дробовичок, где у нас? Вот дробовичок. Ну что, справились? Давай, не отставай. Может, тут останемся? Мы на 36-м. Да, займись 12. Давай, в следующий раз, когда на меня нападет лев, ты поможешь отбиться. Да, конечно.
Так, ну это, наверное, есть смысл ставить на напоследок. Хотя давайте-ка я здесь заложу. Че, ребятки, не справляетесь или справляетесь? Должны же вы справиться. Даже один пулемет справляется с одним сигналом светофора. Так что я уж тут для верности два поставил. Шекли? А? Шекли? Да что тебе? Ладно, у них тут своя атмосфера, ребят. Эй, док, бери 24-й. Да, я сейчас поставлю здесь один. И думаю, будет нормально. Так, давайте сюда заложим одну. И у нас, по-моему, больше нет, да? Ох, ребята, вам там не сладко, да, смотрю? Нет, справитесь. Да, смотрите, пулеметы справляются. Вполне. Так. Ну что, куда-нибудь сюда? Так, нет, не сюда. Давайте туда. А, нет, здесь тоже есть. Отлично. Да, давайте сюда один поставим. Я думаю, он справится. Так, а я, пожалуй, помогу ребятам. Ух ты! Да, дробовик здесь медленный довольно. Нормально. Все? Да мы каждый сняли по десятку. Мы на 12. Так, везде есть, да? Эти ребята сюда встали. Здесь пулемет, там пулемет. Но я тогда сюда встану. Все, в принципе, нормально. Так, надо взять что-то другое. Давайте-ка вот это возьмем. Ну что, ребят, справляетесь? Давай, давай. Не расслабляйтесь. Чё ж вы какие, блин, хлипенькие, а? Чё-то я не могу понять, какой-то звук здесь такое эхо сильное. Думаю, почти всех перебили. Да, давайте-ка посмотрим настройки. Два динамика, все правильно. Да, когда включен режим наушников, очень такой разброс стерео большой. Так. Надо куда-то пулемет тащить один. Где, кстати, пулеметы? Чё-то я не понял. Был же пулемет. А, вот еще один, да? Ну ладно, давайте я сюда тогда. Хотя неплохо бы им помочь. Ребята, вы даете. Давайте. Да что за такое? Боезапас исчерпан. Ну вы что, прикалываетесь, что ли? Боезапас у них исчерпан. Ничего себе гнездо! А Фримен-то улыбнулся. Честное слово. Ха.
Да. О, ты у нас сейчас взорвешься, да? Ладно. Короче, пулеметом каюк. О, господи, три сигнала. Это кошмар. Да это вартигон-то, не ссы. Эй, смотри, вартигон-то подоспели. А, конечно, я так и знал, я просто хотел напугать это тебя. Это Фримен. Нам жаль, что мы пришли так поздно. Многие львы убиты. Но многие остались. Надо помочь, Алекс Венс. Не сейчас. Приближаются львы. Мы их усмирим. Давайте. Эти ребята сейчас будут нам здорово помогать. И они молодцы в этом плане. Это наши союзники. Так. Давайте туда, где три. Как же он медленно бегает. Вместе, короче, когда что-то таскает. Да что ж такое-то, на тебе. Да, их действительно много, ребят. Но это ненадолго. Так, у меня патроны кончились, ребят. Да, наверное, можно было на самом деле сюда поставить сразу пулемет и здесь стоять, не заморачиваясь. Да, еще одно достижение открыто. Это здорово. Мы истребили эту популяцию. Перейдем к следующему по важности делу. Алекс Венс. Ее раны тяжелы. Необходимо глубокое погружение в вор. Разумеется. Нам требуется личиночный экстракт. Да. Экстракт. Да, вот именно. Я отправлюсь в глубины гнезда, в священный нектарий. Но мне не проделать этот путь в одиночку. Мы должны остаться здесь, чтобы поддерживать жизнь в Алекс Венс. Фримен, прошу, отправляйся со мной. Возьми Фримена. Лучшего спутника не придумать. Верно. Отлично сказано. Собственно, нам нужно попасть в гнездо к этим муравьиным львам и достать специальный экстракт, который поможет оживить Алекс Венс. Поряжайся с ним телом, как знаешь. Иди! Так, о, тайничок. Отличненько. Приятный сюрприз. Да, надо подлечиться немножко. Это замечательно. Блин, так, у нас тут сейчас белые муравьи. Это очень... Это очень нехорошо. Где-то у меня тут был магнум. Опа-на! Да.
Есть, отлично. Так, есть еще личинки, а? Жалко, Вортигонт не может нас подлечить. А так-то было бы неплохо, да? О, еще немножко. Ой, ёп. Колен, пока тут отвлекаешься на всех. Дайте-ка мой магнум, так мне спокойней. Берегись его. Сейчас луна содержит кислоту. Она помогает им не только прогрызать коридоры в каменистой породе, но и отпугивать тех, кто посягает на их гнезда, как мы с тобой. Да я уж понял, что с ними лучше не связываться. Они еще резкие, резвые. Внимание, крови обнаружено. Бля. Так, надо что-то помощнее. Где у нас тут? Во. Ну-ка, отойди. Ё-моё, что ж ты встал-то здесь, а? Как не кстати-то. О! Это нам нужно. Ну-ка, дайте нам еще. Отлично. Нам, конечно, лучше броню. Ну, это тоже неплохо. Во! Двойным патроном замечательно просто их берет. А сюда лучше не наступать, это точно. Да, прикольно. Фримен ожидал там найти. Правда, говорят, что Фримен заглянет в каждую яму и перевернет каждый камень. Да, это точно, ребят. Фримен это может. Любит этот Вортигон прям встать в проходе, а? Ну-ка отойди. О! А это что такое? А, это шплинты. Железнодорожные гвозди, так называемые. Сейчас, погоди, только исследуй тут немножко, и потом проследуем вместе. Кто-то решил себе сделать... забыл, как это называется. Ну, как, типа бабочек прикалывают коллекционеры. Так, надо с собой взять бочки. Бочки, наверное, не обязательно. Я предвкушаю это зрелище. Слабовато, надо еще бочечку хотя бы одну, да? Ну что ж такое-то, а? Вот. Так, стой, 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 ты куда поехал-то, а?
На, тебе гранату. За это вроде достижение полагается, нет? А, мы же получили его в самом начале, точно. Я уже забыл про это. Ух ты, вот это шпала. Так, ну что, никого здесь нет, да? Ну и отлично. Так, нам нужно... Блин, все-таки есть, да? Зомбайны, блин. Уё. Не, меня прикалывают эти зомбайны, честное слово. Такие занятные ребята. Так, где наша шпалина? Точнее, это три шпалы в одном, да? Так, я надеюсь, этого веса должно хватить. Нет, слишком быстро. Ну, давайте побольше положим. Давай. Давайте три шпалы положим. Так, теперь одну берем. Что-то как-то медленно мы едем, да? Давайте две уберем. Ну вот, уже лучше. Ну так еще быстрее, смотрите-ка. О, здорово. Ну что, давай заходи. Фримен бесценный соратник. Ну а то. Алло, ты чего там встал? Давай, пошли. Ты идешь, нет? Кто мне тут будет включать? Давай, бегом. Ух, тот генератор, что не может работать. Так. Блин, дайте мне ящики, отдайте. Ну ладно. Фримен отличается быстротой мысли и ловкостью. Ты еще поблагодаришь судьбу за то, что эти ящики уцелели. Да уж, это точно. Ты, блин, и муравьи здесь. Ой, еще вас тут только не хватало. Давай, Вартигонт, помогай. О, да, двойным патроном вообще отлично их берет. Прям замечательно, я бы даже сказал. Так, что у нас тут? Ну, вроде это особо нам не нужно, да? Так, ну что, полезли? Что на сей раз преподнесет нам бесконечная череда препятствий? Ну, здесь все просто. Ой, ё-моё! Блин, сохранимся. Это мы сейчас в Индиана Джонс. Будем играть, так сказать. Так. Блин, ящик мой. А, есть. И что там было? О, патроны.
короче, эти подствольные. Самое то. А вот сейчас, ребята, это будет что-то. Я когда первый раз увидел, я даже испугался немного. Ага. Я знал, что истинное предназначение ям в том, чтобы из них выбирались фримены. Да, это явно их предназначение. Ну что, давайте наверх сгоняем. Там остался у нас один ящик. А, это вот он разлетелся, да, походу? Точно. Давайте. На той стороне пропасти. Это приспособление обещает дать нам передышку в череде нескончаемых. Если Фримен согласен со мной, давай отыщем путь в этот благословенный рай, полный вибраций. Да. Рай полный вибраций, это что-то. Да, мы это прекрасно все помним, поэтому можно здесь постоять немножко. Так, там еще зомбари, смотрю, прибежали. Там вообще вакханалия какая-то началась. Так, нам нужно лифт запустить. Вай! Вай, что-то здесь происходит. Зажимали те. Помогите, люди добрые! Хулиганы! Отдай гранату. Так, лифт-то что у нас там? Я не нажал, да? О. Уйди. Да что ж ты какой, а? Ну вот, уже более-менее. О! Заначка. Смотрите-ка, они между собой еще перестреливаются. Это прикольно. А где граната, чувак? Они здесь, походу, вообще не заканчиваются. Ух. О. Да, они сами с собой там воюют нормально. Короче, Вортигонт наш разберется с ними, а я поехал. Да, долго же здесь все-таки подниматься нужно. Отлично. О! То, что нужно. Вот
Смотри, как они продолжают драться и не замечают, что у нас там уже нет. Все это очень занимательно, но нам не следует забывать, что мы здесь не развлечения ради. Надо спасти Алекс Венс. Да, если бы ты еще болтал поменьше, то мы бы быстрее справились с этим делом. Кто-то отдыхает. Трогательная сцена. Отдых на краю вечности. Успокаивает мысли, не правда ли? Да, вообще так успокаивает прям. Прям само спокойствие. Да, я уж понял, что дела наши не очень. Придется побегать от него немножко. Так, у нас здесь есть что-нибудь? Тайничок какой-нибудь? Ага, есть. Да я понял. Аромат слышится уже не так ясно. Хруст ласкает слух, верно? Да, смотрите-ка, 111 из 333, по-моему, да? То есть сколько их нужно дофига раздавить. Это реально нужно их на протяжении всей игры. Это как тайники в первом, не в первом эпизоде, а в первой части Half-Life 2, да? Там было, правда, 45 тайников, а здесь вот нужно 300 с лишним личинок раздавить. Ветер доносит снизу аромат экстракта. То, что мы ищем, лежит на дне этой ямы. Эта шахта ведет в зал над нами, где мои сородичи борются за жизнь. Алекс, добыв экстракт, мы сможем быстро воссоединиться с ними, если будет работать лифт. Но как? Как нам спуститься? Ну как? Я туда слажу, да и все. В чем проблема-то? Ой-ой-ой. Может быть, ты найдешь способ призвать меня к себе, когда окажешься в нижнем зале. Помни, не убивай стража, иначе погубишь экстракт. Ладно, я это запомню. Да, обалдеть нужно. Давай, родной, давай, крутись. О! Смотрите-ка, я скелет забрал. Не, он не разваливается, прикольно, слушайте. Не, это что-то новенькое. Ой! Ой, ёпперес это. Так, куда нам? Сюда? Блин. Так, а теперь-то куда? Чё-то я уж, ребят, подзабыл. Давайте-ка... А, нет, у нас со здоровьем нормально все.
поэтому... А, вот, вот оно куда. Так, я думаю, нам нужно взять что-то посерьезней. Дробовичок или вот это хотя бы. Внимание, в крови обнаружено ОВИ. Здесь вообще опасно ходить. Здесь такой страж, что к нему лучше не приближаться. Запинает только так. Давайте-ка сохранимся, как я сохранился-то. Ух. Давай, иди сюда, иди. Давай куда-нибудь, куда, не знаю куда, иди сюда. Ёпперс, это нифига себе. Ой-ой-ой-ой-ой. Фу. Да, опасно, ребят, опасно с ним связываться. Надо подготовить оружие. Ой. Блин, какой он шустрый, а. Ой. Не, ребят, я туда не хочу. Я туда не хочу, там опасно. Но придется. Это еще что такое? О! Да здесь прям целый склад. Так, где-то там должна быть дверь забитая. Что-то я уже, походу, с пути сбился. Или нет? Да нет, вроде правильно. Тут легко вообще очень запутаться, честно сказать. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Короче, бежим нафиг. Где эта дверь? Ой! Да блин, чуть-чуть. Где? Чуть-чуть не добежал. Незначительный. Где тут дверь? Там такая забитая, во. Нафиг. Не полезет он сюда ни за что. Фу. Ты чё, обалдел, что ли? Ну-ка, отдай. Так, давайте тайнички поищем. Здесь вроде были какие-то тайники, насколько я помню. О! Да, и не только тайники, но еще и всякие бяки. Патроны. Нафиг не нужны. Здесь что еще? Патроны. Ну что, ждем, пока наш вартигон спустится. Да жду. Ну ты вообще борзый. Ничего не боится.
Давайте-ка еще сохранимся вот так на всякий случай. Какой объем экстракта, какой крепкий аромат. Великолепно. Вот и наша добыча. Одну минуту. Железистая жидкость прекрасного. Вернемся к Алекс Лэнс. Только вартигонтам. Львиноводство было древнейшим из наших занятий. Оно обеспечивало нас многими важными вещами, но превыше всего ценился этот экстракт. Он способен растворить ложные зависти, разделяющие все это ты увидишь воочию, когда... Короче, вообще капец, все диалоги недоговорены. Это просто ужас. Все на полусловия обрывается. Вообще капец, ребята. Я не знаю, как так можно было сделать. Пульс исчез. Сердце остановило. Она угасла. Потеряв ее, мы потеряем все. Смотрите. Экстракт. Чудотворный секрет. Скорее. Слейся с нами, когда мы выпьем экстракт. Нужен человек. Согласен? Иди к нам, Фримен. Мы сплетем нить Фримена с ее нитью. Да, идет учащение. Связь между вами похожа на связь Вартигонта. Доктор Фримен, я осознаю, что выбрал не лучшее время для беседы, Тед, но мне пришлось дождаться момента, когда ваши друзья не смогут нам... Были времена, когда мисс Вэнс для них ничего... человек казался... агрессивным существом с монтировкой в руках. Вытащив ее из черной мезы, я поступил наперекор уверениям в том, что она обычный ребенок, не представляющий интереса. Я научился пропускать возгласы неверующих мимо ушей, поскольку я не привык, чтобы мои усилия пропадали, и я уверен, что ее значимость еще выше, чем представлялось вначале. Пришло время вернуть мне должок за то, что я спас вашу жизнь. Доставьте ее в Белую Рощу, доктор Фримен. Мне бы хотелось иметь больший простор для действий, но я связан определенными ограничениями. Да. Так вот, запомни, моя дорогая, когда ты увидишься...
с отцом, передай ему следующее. Будь готов к непредвиденным последствиям. Она шевельнулась. Форт Хорма приобрела целостность. Мы предотвратили неизмеримую потерю. Боже мой! Не шевелись. Ох, боже мой! Я думала, что умерла. Охотник комбайнов нанес тебе смертельные раны. Так вот, что это было. Мы собрали раздробленные кости и восстановили внутренние органы. Но твою ворд-сущность вернул в тело Фримен. Да, это похоже на Гордона. Сколько я была без сознания? Несколько часов. Часов? Нам надо спешить. Еще немного. Но надо вернуться в Белую Рощу. От этого зависит все. Не бойся, мы покажем вам путь. А теперь осторожно попытайся подняться. Ого! Не знаю, что вы сделали. Но кажется, мне сильно повезло, что я осталась жива. Идем. Я покажу дорогу в Белую Рощу. Давай, Гордон, становись рядом. Мы продолжим охоту со советниками. Прощайте. Безопасной дороги. Доброго пути. Удачи вам! Давай, Фримен! Сохраняй адекватность! А это что, черт возьми, значит? А, понятия не имею. Что-то в стиле вортигонтов. Да. Думаю, я уже могу идти сама. Дай попробую. Немного покалывает, но... В целом ничего, порядок. Ого! Это был страж. Кто-то здорово его рассердил. Страж в ярости из-за того, что мы забрали экстракт. Если он попытается мешать нашему продвижению, его придется уничтожить. Вы разворошили это гнездо. Неудивительно, что он злится. Я думал, они пройти не могут. Нет, могут. Ну что, на этом у нас глава заканчивается. Вторая, по-моему, насколько я помню. Да, точно. Давайте сохранимся и закончим. Так, у нас тут консоль еще открыта. Ну что, всем удачи, всем пока и до новых выпусков.